Житель Кумылжинского района подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Участковый прибыл на семейный конфликт, и супруг местной жительницы попытался ударить полицейского железной трубой. Участковый применил физическую силу и наручники и доставил дебошира в отдел полиции. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Советском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. В больницу с проникающим ножевым ранением живота был доставлен 31-летний местный житель. Оперативники установили, что травму потерпевшему причинил пенсионер, с которым он распивал спиртные напитки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В Волжском полицейские разыскивают подозреваемого в краже из ломбарда. На изъятом видео с камер наблюдения видно, как мужчина похитил лоток с ювелирными изделиями из хранилища. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Полицейские просят всех, кто опознал на видео злоумышленника, сообщить по телефону 02. В ближайшие несколько дней в Волгограде ожидаются понижение температуры воздуха и осадки в виде снега. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой сменить летние шины на зимние. В соответствии с законом, в зимний период эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами, запрещается. Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, соблюдайте скоростной режим и дистанцию и уступайте дорогу пешеходам.